утро, мои дорогие. Что-то сегодня утро какое-то не очень. Что-то прям не нравится мне такое утро. Даже не хочется с собакой идти гулять. Я думаю, может быть, Сашу отправить. Прям дождик идет, что-то сыро, мокро. А еще высохла ли моя куртка, надо посмотреть. Ой-ой-ой. Девочки, размышляю я тут, все размышляю. И не знаю, что делать. Открывать ли второй канал? Я боюсь, что я не потяну. Прям не знаю. Вот не знаю, что делать. А в то же время я уже видео понаснимала же для второго канала. Ой, еще и снег вон. О, мать Божья. Вот. И вот не знаю, что делать. Ну ладно, я за время, наверное, дороги своей обдумаю, как следует это дело. Ну, видео снято несколько штук. Если что, тогда выложу тут. Не знаю, прям вот не знаю. Это столько заморочек опять. Может, уже пускай идет своим ходом, как идет. Да? Вот что вы мне посоветуете, мои хорошие? Вы же у меня здравомыслящие люди. Это я все в метаниях каких-то, в творческих, в жизненных. Вот такой человек ненормальный немножко. Вот, а вы-то... Да и вообще одна голова хорошо, много лучше. Ну, мне хотелось отдельный канал сделать чисто без говорильни, а только то, что я делаю. Ну, тяжело, конечно. Не девочка я. Я и так-то вон ничего не успеваю. А со вторым каналом что будет? Не знаю. Так что жду вашего совета, мои хорошие. Ну что, начинаем мокрый день. Вот такой темный какой-то, сумрачный. Ну что делать? С добрым утром, мои дорогие. Ну вот. Вот, надо разобраться. Все это приготовлено к отвезти. Переноска мала, костюмчик мал уже. Собачушечки нашей маленькой. Вот. Вот это мы завтра разберем все. Вот, и там еще те мешки, обувь. Да, Тайгуша? Тайгуша, моя хорошая девочка. Вот. И отвезут, но не знаю, буду я тут, нет ли. С добрым утром, мои дорогие. Погодка сегодня вот такая, дождик. Я хотела поехать куда-нибудь, но, наверное, не поеду. У меня куртка сохнет. Вчера песик меня уронил. Вся куртка измазалась. Пришлось ее стирать. Ну и погода сама не располагает к прогулкам на лоне природы. Немного мне уже осталось тут быть. Послезавтра я уезжаю.
Опять в дорогу. Ну, уже и хватит, честно говоря. 2 недели в Питере, я еще никогда так долго не была. Деньги все потрачены. Данте, не надо лазить по мешкам с мусором. Вот. Крым зовет, сажать нужно. Да и готовиться нужно уже к приезду моих. Надо разбирать комнаты, надо убираться, надо посадить цветы. Ну и не только цветы. Помидоры, перцы, дыни, арбузы, огурцы и всякое. Вот. Так что не хочется из Питера уезжать. Вот честно вам скажу, не хочется. Мне как из Мурманска не хочется уезжать, так и из Питера не хочется уезжать. Но надо. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Так что вот такие дела. Ну ладно. Начинаем новый день. Народ шевелится. Дождик идет прямо на меня в открытое окно. Вот еще такой шарфик нужно собрать концы. Белый такой с кружевами. Ну и в общем все. Все мои дела, которые я могу сделать, тут все практически будет переделано. Зато приеду домой, шапочки на концы поодеваю, бусинки повешу, и будут готовые шарфики. Вот. Ну, уже хочется, да, хочется. Уезжать из Питера не хочется, но столько дома дел ждет, что уже надо ехать. Поеду я сначала до Москвы, от Москвы в Крым. Поеду на поезде, девочки. Так что, я говорю, пропаду, наверное, на пару дней. Но вы меня не бросайте. Вот. Я доеду. Все вам покажу. Так, задача у нас стоит такая на сегодняшний день. Разобраться. Кладовки, как я ее называю, гардеробная. Что-то Саша хочет тут разобрать. А тут всякого. Ну что, в процессе разборки уменьшилось немножко, но зато вот такой вот сумку уже вот такую вещей набрали. Вот, потом я вам покажу, куда все это отвезется. Вот погода сегодня целый день. И дождик идет, и то снег пойдет. Ужасная погода, да. За столько времени первый день такой, чтобы прям вот весь день дождик лил. Хорошо, мне сегодня ни к врачу не надо. Да и, в общем, и ехать никуда не надо. Да, девочки мои, я тут и по врачам походила, я не просто так. Поэтому вы не обижайтесь, я, бывает, конечно, и комментарии не успеваю прочитать, но потом читаю со временем. Вот. Времени у меня тут просто в обрез. И вот. И кушать готовлю, и все надо успеть. Вон снег идет, видите? Он редкий, конечно, но идет снег. Вот. Ну что? Город-то не южный, понятное дело. Но видите, и темнеет тут поздно. И расцветает рано, как в Мурманске почти. Ну, в Мурманске-то понятно, сейчас там солнышко светит ночью. Вот. Ну, тут все равно белые ночи есть. Вот так.
взять должен приехать с войны или ночью, сегодня или утром, завтра. Не знаю, как они там. Но воевались, поди. Я тут и солянку готовила, и суп грибной готовила. У них замороженные грибы были. Наверное, мама Таня присылала. Ну, конечно, потому что сами-то никогда им за грибами. Вот. И, в общем, и борщи, и всякое разное. В общем, противная погода сегодня. Саша гуляла с собакой утром. А я сейчас пойду. Ну, не хочется ужасно, но надо. Я уж не помню, я вам говорила или нет, как он меня уронил вчера. Он же дергает резко. И я что-то запнулась, и во весь рост растянулась. Хорошо, не асфальт был, а земля мягкая. Ой, куртка вся грязная, пришла, давай стирать. Вот только высохла. Да. С ним надо в камуфляже гулять. А не в куртке, почти в белой. Вон, тоже приготовила, кастрюльку вынесла на балкончик, на лоджию. Сейчас и у меня приготовится. Вот так и день проходит, мои хорошие. Саша мне задарила вот такой козырек. Он двигается. Буду ходить от солнышка, потому что очки я теперь не могу носить, ну, от солнца. Я в них не вижу ни шиша. А так взял ее, наклонил. Она прям, знаете, она прям делается вот так. Как есть люди ходят в метро, вот дяденьку я видела, от ковида у него из пластика вот так сделано на лице. Вот. Вот еще ее надо как-то засунуть, эту штуку. Я говорю, поехала вот с маленькой, с небольшой сумкой. А теперь у меня, ой, еще не все засунула туда. И вот такая еще. И отдельно сумка будет с продуктами. Ой, правда, я не знаю даже, что брать с собой в поезд. Мне же надо есть часто, но по чуть-чуть. Ну, в общем, не знаю. Ладно, посмотрим. Как-то за сутки я доехала же от Мурманска, но да и тут доеду, не помру с голоду. Что? Разыгрался. Вот мы чего сегодня вытворяем. Это у нас сегодня вечерние игры такие. Вечерние, ночь уже на дворе. Вот так. Не было такого. Не наблюдала я еще такого. Ну. Ну и ладно. А у меня хвост есть. Ребенок увидел свой хвост. Да. Привычка-то детская, грызть руки-то, а? Соскучился, мать целый день не видел. Ну что, первый раз вот в жизни буду пробовать вот такую вот штуку. Ну, в общем, большие пельмени с креветками. Посмотрим, что это. Что это такое? Ну, что хочу сказать. Тут мясо курицы и кусочки креветок. Немножко как-то странное сочетание. Но вкусно. Так, ну ничего, во всяком случае. И лук еще. Капуста еще белокочанная есть. Лук репчатый, капуста пекинская. Белок, белок. Угу. Вот так вот.
Ну, попробовать можно разочек. Угу. Как тебе, Сань? Ну, вот я тоже хочу сказать. Я просто взяла за 199 рублей скидка была. А так он что-то дороговато. Под 400 стоит. Это где? В Реале у вас. Но креветки есть, да. Прям куски чувствуются. Так что вот так. Корея. Время 12 ночи. Саша приехала с работы, и вот теперь вот у нас, видите, что творится. А он выспался, ему сейчас играй и играй. Играйте со мной. Ой, вернулся отец с войны, хоть теперь ребенок будет у нас, а то он просто не слушается, доминирует, кусается. Нельзя. Нет. Нет. Так вот, видишь, как сразу. Молодец. А счастлив щенок просто. Умница, да. Ой, дождался. Ой, дождался. Все, прям все, сейчас вылежит всего. Ой. Ой. Все. Ну вот. И спать пора. Слава Богу, отец вернулся с войны. Все хорошо. Пес просто счастлив. Даня пошел мыться, а он под дверью лает. Он прям весь никак все сумки облазил, обнюхал. Чё ж запахи-то из леса. В общем, прям, ну, счастливая собака. И все довольны. Ну что, мои дорогие, давайте прощаться. Уже не желаю вам спокойного, хорошего вечера, потому что уже пора спать. Давайте, пусть завтра все будет у вас хорошо. И день пусть будет завтра хороший. Что-то прям дождик уже надоел. Вон Даня говорит, подъезжаем к Питеру, обалдели. Снег временами идет и дождик льет. Вот. Давайте, мои хорошие, не болейте. Не болейте. Пусть у вас все будет замечательно. Спокойной всем ночи. Ну и пока-пока. Пусть все наладится, что не налаживается пока. Давайте, я вас люблю, обнимаю.